Кто это? Мою маму из-за тебя в тюрьму посадили. И они забрали на 15 суток. Я не знаю, ну что ты от меня отходишь? Не знаешь. Я пойду узнаю. Попробуем сейчас сходить, узнать, что мне скажут. Полиция. Ставим лайки и посмотрим, что мне здесь скажут, друзья. Если ты хочешь так же, как и я, снимать антикрифт шоу и набирать миллионы просмотров на YouTube, тогда становись владельцем сервера на сервере Сержо Крафт. У тебя будут практически все права опки и доступны куча команд сервера. Телепортируйся к Грифферу. Пока он не видит, выключи себе префикс. И Грифер будет думать, что вы обычный игрок. И установи себе абсолютно любой префикс. Это будет выглядеть примерно вот так. Также ты сможешь превратиться в абсолютно любого моба. Ну, например, в зомби-свина. Затем сеть и Грифферу его сундуки с алмазами. Начни ломать его дом. Затем создай варп и напиши на весь сервер, что здесь находится Грифер. И наблюдай, как куча людей убивает его дом. Так что дайте мод Грифферу, чтобы он ничего не смог сказать. А еще ты сможешь вычислить IP Грифера с помощью команды SYN. Прописывайте команду в чат, и вам выдается IP настоящий Грифера. Затем посадите Грифера в тюрьму. А затем забаньте Грифера. Становись владельцем сервера, у тебя будет огромное количество прав на сервере Сержо Крафт. В честь лета сейчас действуют огромные скидки 97%, поэтому не упускай свою возможность. Ссылки в описании ролика. Дорогие друзья, мне уже сегодня 7-й раз звонит эта семья. Я не знаю, зачем она мне это делает. Я не хотел брать трубку. Я не хотел. Я не знаю, у меня история закрыта. Что они звонят, я не знаю, что надо еще от них. Но все-таки я решил взять эту трубку. Я устал. Алло! Алло, ты че? Кто это? Мою маму из-за тебя в тюрьму посадили. В смысле, погоди, за что? Когда? Чё ты плачешь? Ты чё плачешь? Погоди. Они забрали на 15 суток. На 15 суток? Как? Ещё подожди, как? Если ведь чисти будут. Подожди, за что забрали? Суд же решил у нас штраф. Они увидели, что мама оскорбляет тебя на видео, и за это они её на 15 суток посадили, и ну, еще там следствие... Не, подожди, как забрали? Как? С чего ты решил, что забрали? Она не пришла домой или что? Почему? Нет, они пришли к нам домой и забрали. Они? Их несколько было, что ли? Да, двое. Двое? И просто взяли и забрали. А ты маме позвони, что ты? Может, она сейчас придет? Телефон еще забрали, я звонил уже. Как забрали? Стоп. Вот так вот. Подожди, когда это было? Ты сегодня мне просто 6 раз это получается, ты по этому поводу звонил, да? Сейчас 7-й. Да они с утра ее забрали. Слушай, ну от меня что ты хочешь? Я же не знаю ничего. Я в защиту себя подавал заявление в суд. Чтобы, так сказать, с меня ничего не содрали по деньгам и меня своего не посадили. Я же ничего не делал. Почему ее забрали? Я же не знаю. Не знаю. Но это из-за тебя все. Да почему из-за меня-то? Я-то здесь при чем? Слушай, ну... Что делать теперь? А что они сказали еще раз? Забрали на 15 суток прям? Да. Арестовали, получается. Слушай, ты, может, меня разводишь опять с мамой? Позови маму. Крикни вот, мама прям. Мама! Прям еще покричи, может, нам... Мама! Нет никого. Ну, конечно, аргумент не стопроцентный, но... А отец где? Чё, как это решается? Где батя твой? Он к ней пошел. И чё? Ну? Ты звонил бате? Чё не сказали вообще? Не звонил всё я. Ну, слушай, ну... Я не знаю, ну чё ты от меня отходишь? Вот я сейчас просто ещё... Вот я... Так получается, что я ролик опять записываю. Что ты хочешь от меня? Не знаешь, чтоб заявление, может, заберешь. Ну, заявление, я не могу заявление уже забрать, когда уже по нему решение вынесено, как бы. Штраф наложен на твою маму, как бы 150 тысяч, я не могу уже заявление пойти и забрать. Что делать? Слушай, ну ладно, слушай, давай так, я сейчас пойду к себе, тут у меня есть на районе, как бы, в городе полиция, я как бы снимал уже полицейский участок. Я пойду, она, понятное дело, что ее там нет, я пойду узнаю, что это. Я же все-таки подавал заявление, может, мне что расскажут, может, оповестят, как бы, я не знаю, что. Но я тебе ничего не обещаю. Хорошо. Вот. Поэтому, слушай, у меня еще подписчики, вот, подписчики, кто смотрит, как бы, поддержите лайком, потому что я не знаю, может, вообще врет мне он, но вроде, наверное, не врет. Он плачет даже, сидит и, блин, вроде не до шуток, как.
Попробуем сейчас сходить, узнать, что мне скажут. Если его действительно посадили, конечно. Слушай, я же не генеральный прокурор Российской Федерации. Я тебе ничем не могу помочь, я могу просто спросить и разузнать. Я как бы ничего не знаю. Вот. Хорошо. Слушай, ну ладно, что, давай, я как бы не хочу как бы зарубаться, злиться, что-то тут подавать, что-то говорить, там смеяться, типа, ха-ха, так и надо. Я как бы не такой человек, как бы я пойду узнаю, в общем. Если что, я тебе напишу, не знаю, звонить буду, нет. Давай, пока-то. Ладно, ну давай, пока. Так, слушайте, дорогие друзья, если он не врет, то я сейчас, в общем, пойду, у меня тут есть, я снимал ожидание редко вам полицию, узнаю, что там, как так, я вроде не хотел, чтобы посадили маму-то в полицию, ее же оштрафовали, тем более он плачет, сын у нее, как бы, ну, как бы, я не знаю, что. Я не говорю, что правоохранительные органы работают незаконно, вряд ли, все хорошо, наверное, все законно, просто что-то, может быть, мама действительно нарушила, может, что-то она не так сделала, может, вообще за другое дело ее, как бы, посадили, я как бы не знаю, за что ее арестовали. Я, в общем, пойду, узнаю, ребят, ставим лайки, поддержим меня, потому что, блин, вообще, я не планировал, я просто летал, смотрел дом, гриферов, и тут все-таки взял трубку. Ладно, я пойду, узнаю. А пока заходите на сервер, пока думаю, все будет хорошо. Поэтому заходите на сервер. Я просто раздаю админки бесплатно людям. Вот владельцев раздаю. Как бы вот просто выбираю любой ник, например, да, чтобы поднять людям настроение. Андре28, да, смотрите. Раз, два, три. Оп! Он уже здесь телепортировался просто. У него что-то с головой. Он, видимо, он счастлив, что он теперь владелец сервера. Посмотрите, он владелец сервера. Я дал ему владельца при вас. Он, видимо, счастлив из-за этой новости. У него теперь просто башню снесло. Вот так вот я бесплатно раздаю и выбираю людям админки. Поэтому владельца ему дал. Владельца самую крутую и дорогую привилегию на сервере. Поэтому заходите, играйте. Я так просто нифига даю. Бля. Пойду узнаю, что, друзья. Поддержите лайками. Я пью в описании ролика. Осталось дойти и спросить. Замучился, конечно, насчет добираться до своей остановочки. Тыры-пыры. Полиция. Отдел. Что ж. Ставим лайки и посмотрим, что мне здесь скажут. Друзья. Провел тут 40 минут, пока не делали запрос. Пока мамка же грифер, она же не в моей. Не в моем городе живет, не в этом участке закрыто по этому делу. Они делали запрос, по-моему, заявление, что там выясняли, что как. Я задолбался здесь выяснять, но ради того, что парень просил помочь, как бы надо, я уже... В общем, ее действительно закрыли, было такое на 15 суток, потому что нашли у нее там, типа, оскорбления, угрозы, типа, вот эта вся фигня пошла, бля. И это, конечно, было поводом для того, чтобы вызвать сотрудников полиции и как бы закрыть ее на... Он просто полицейский уходит, смотрит на меня кос. И закрыть ее как бы на 15 суток. Вон они ходят, полицейские. Но могут выпустить раньше, там сейчас отец ее находится. Ну, в общем, посмотрим. Все из-за заявления. Там нашли, конечно, в видосах типа оскорбления, угрозы, все такое. И закрыли на 15 суток. Вот так вот. Друзья, вот так. Поставим лайки, поддержим. Надеюсь, все будет у них хорошо. Но ничего страшного не будет, ее в тюрьму не посадят, все будет нормально. Поэтому пойду домой, позвоню, напишу школьнику, не знаю, сейчас. В общем, вот все так вот. Ну, действительно, закрыли. Да. Вот. Ну, поэтому такая вот ситуация, друзья. Сижу вот дома, думаю, что делать теперь. Пришел домой. Думаю, что сказать. Слушай, ну ничего на самом деле страшного нету, да? Они, может, вообще договорятся, как бы обсудят все, может, мама все объяснит, там еще папа у него пошел туда. Может, отпустит, и дай бог, чтобы, как бы... Да ничего страшного все-таки. Я думаю, вот парень, как бы, он скоро мне напишет, что мама вообще пришла домой, и все будет хорошо. Но то, что ее арестовали, да, это такое есть. Поэтому поставим лайки, поддержим парнишку, потому что я, как бы, не желал такого исхода событий, поэтому... Я желаю, что все у них будет хорошо, а я пока дальше туда пойду на сервер. Но я сходил, я узнал, я помог, попытался хотя бы что-то сделать. А пока я пойду, наверное, на сервер свой Серджокрафт. Заходите, буду раздавать админки, IP описание ролика, всех жду. И все будет хорошо. Поддержим маму и парня лайком. Поддержим лайками, ребята. Всем пока.
А если вы, конечно же, хотите получить админку абсолютно бесплатно на нашем сервере или даже основателя сервера, просто пишите команду в чате free, заходите на наш сервер и смотрите, что вы можете бесплатно получить донат за время и донат за убийство. Донат за время можно получить випку, админку или основателя. Нужно всего лишь отыграть пару часов. Лично я сам отыграл уже 656 часов. Это 3 раза больше, чем вот самая крутая привилегия. Также можете получить бесплатно админку за убийство. Вам нужно совершить 20 убийств, чтобы получить ключик от кейса, из которого может выпасть VIP, премиум, креатив, админ, суперадмин или основатель сервера. Сейчас в эти дни действует огромный процент выпадания основателя сервера. Играйте, убивайте на PvP игроков, набивайте часы, получайте бесплатные админки. Это ли не чудо? Поэтому, друзья мои, сейчас нахожусь на сервере Sergiocraft. IP в описании ролика. Просто заходим и пишем команду free и получаем бесплатный донат. Всех жду на сервере. Вот я на спавне. Всем спасибо, всем пока, друзья.